Акробатическая дорожка. Юноши 11-12 лет. Предварительное соревнование. Третья группа. Первое упражнение. Степан Желобин, Москва. Готовится Шикунов. Девушки 15-16 лет. Индивидуальные прыжки. Полуфинальное упражнение. Елена Михайленко, Краснодарский край. Готовится Катасонова. Акробатическая дорожка. Игорь Шипунов, Краснодарский край. Готовится Зайцев. Индивидуальные прыжки девушки, полуфинальное упражнение. Алена Катасонова, Ростовская область, готовится Симонова. Акробатическая дорожка, Павел Зайцев, Новосибирская область, готовится Сухорукова. Акробатическая дорожка, Иван Сухоруков, Курганская область. Готовится Цицерин. Индивидуальные прыжки на батуте. Полуфинальное упражнение. Елена Симонова, Самарская область. Готовится Климова. Акробатическая дорожка, Антон Цицарев, Иркутская область. Готовится Миронов.
прыжки, полуфинальное упражнение. Лилия Климова, Ростовская область, готовится к перемене. Акробатическая дорожка. Данил Миронов, Астраханская область. Готовится Шведов. Индивидуальные прыжки девушки, полуфинальное упражнение. Валерия Кириленко, Ростовская область, готовится пар. Акробатическая дорожка. Эдуард Шведов, Татарстан, готовится к ручению. Акробатическая дорожка. Алексей Кручинин, Астраханская область, готовится Умаров. Индивидуальные прыжки девушки, полуфинальное упражнение. Евгения Пак, Астраханская область, готовится Шилова.
Акробатическая дорожка Роман Умаров, Новосибирская область. Готовится Светлишников. Индивидуальные прыжки девушки, полуфинальное упражнение. Мария Шилова, Самарская область. Готовится Захарчук. Акробатическая дорожка Алексей Светлишников. Омская область. Готовится Орлов. Акробатическая дорожка Максим Орлов, Самарская область. Готовится Шалапин. Акробатическая дорожка Степан Желобин, Москва. Готовится Шикунов. Индивидуальные прыжки, полуфинальное упражнение. Мария Захарчук, Москва. Готовится Науменко. Акробатическая дорожка Игорь Шикунов, Краснодарский край. Готовится Зайцев. Акробатическая дорожка Павел Зайцев, Новосибирская область. Готовится Сухоруков. Индивидуальные прыжки, полуфинальное упражнение. Ксения Науменко, Ростовская область.
Акробатическая дорожка Иван Сухоруков, Курганская область. Готовится Цицарев. Акробатическая дорожка Антон Цицарев, Иркутская область. Готовится Мирон. Акробатические прыжки Данил Миронов, Астраханская область. Готовится Шведов. Акробатическая дорожка Эдуард Шведов, Татарстан. Готовится к кручению. Акробатическая дорожка Алексей Кручинин, Астраханская область. Готовится Умара. Thank you.
Акробатическая дорожка Роман Умаров, Новосибирская область. Готовится Светлишников. Алексей Светлишников, Омская область. Следующим группам приготовиться к выходу на соревнования.